Приветствую вас, хорошие мои. С вами Люсперс. Продолжаем выживать 7 Days to Die. Почему я сижу вот в такой дебильной клетке? А все попросту, ребят. Видите вот это вот? И вот это вот. Я не знаю как, но зомби умудряются респавниться прямо на крыше. Их там и снизу-то неплохо сейчас бегает. Рычат, кричат и всякое такое прочее делают, да? Но... Короче, появился один, пока я отошел там, господи, своими делами, чуть, короче, не сдох. Вовремя заметил, смог отбиться от всего этого дела и поэтому выжить. Такие дела. В общем, нашел я настроечку, оказывается, можно прям поменять параметры игры во время того, когда мир уже сгенерировался. Я-то думал, что-то типа Don't Starve, как сделал, так и сделал, и фиг ты там что поменяешь, но нет. Выставил я световой день, во-первых, он длится 18 часов теперь, точнее, солнце светит. И что я еще выставил? Выставил я... Во-первых, я нашел настройку airdrop, он падает каждые 3 дня, как и было настроено, я ничего не трогал. И я нашел там такую тему, как метка airdrop'а, то есть если airdrop появляется, у нас будет на карте появляться его метка. Вот. Это все, конечно, круто, когда не видишь, где падает, это челлендж какой-то, что найдешь, ты его не найдешь, но мне это пока не надо. То есть мне челленджи и здесь на самом деле хватает, мне бы сейчас лучше осмотреть город, там что-то найти, что-то подлутать. Вот в таком плане, то есть именно исследовательский челлендж мне нужен, а не бегание за аирдропами. Пусть лучше я их буду нормально лутать, так будет как по мне правильнее. Вот. Световой день, помимо того, что я выставил 15 часов, да? 18 часов я выставил световой день. Я еще увеличил продолжительность светового дня, чтобы мне хватало светлого времени суток, чтобы мы все с вами могли исследовать. Япона мама, ребят, ну, вы сами все видите, короче. Комментарий здесь, ребят, излишний. У меня просто нету стрел. Я бы с удовольствием с ними со всеми бы разобрался. Но у меня просто тупо нет стрел. 5 стрел — это вообще ни о чем. Насчет пистолета, я думаю, вы и сами все понимаете, то что... Один выстрел, и пол города просто сбежится за нами. Так, меня чуют. Давайте-ка мы зашкеримся. Вот такой вот у нас инвентарь. Больше ничего интересного не находил. Кстати, пакеты крови я юзать не стал. Из них можно будет сделать аптечки, если как... если мы наберем, в общем, необходимые нам ингредиенты. Ты смотри, а откуда ты там, коллега? Как ты туда залез, чтобы оттуда упасть? Охренеть. Ладно. Все, я незамеченный. Время почти 6 утра, и мы сможем двинуться дальше. Это был такой небольшой анонс того, что я здесь сделал. Так, вот это заправка, вот это библиотека, получается, где я был. Здесь разрушенные кварталы, здесь делать нечего. Здесь тоже. Нас интересует, получается, вот эта вот местность и вот эта вот местность, наверное, да? Давайте какую-нибудь меточку поставим, чтобы приблизительно знать, куда бежать, потому что там построечки, как по мне, поинтереснее будут. Другое дело, как отбиваться от зомбаков без наличия стрел. То есть я думал, я подготовленный сюда иду, да хрен там. Ни хрена не подготовленный, можно сказать. Не. Так, как бы еще так спрыгнуть, чтобы не убиться нафиг насмерть? Вот это вот у нас банк стоит. Банк, ну... Здесь вот какая-то рампа есть, можно на нее спрыгнуть. Тихо. 6 утра есть? Все? Или во сколько теперь делается... Ну, в смысле, они усмиряются, так скажем. Почему-то я не слышал музыку. Обычно музыка. Может быть, то, что я часов поднял? Да нет, не должно быть. Также, по идее, с 10 до 6... Я же надеюсь, они не бегают, да? Так, что вот там вот? Какой-то завод, что ли, трубы, потому что торчат. Я вообще не понимаю, что это за трубы или это водонапорные башни какие-то.
явно не просто так для красоты. Здесь что, собака, что ли? А, давай. Оба-на. Что там? Нет, здесь этот, мать его, урод. Ты смотри, какая хрень. Здесь их, видимо, полным-полно. А чуть у нас будет, видимо, просто за километр, да? Я не знаю как, но мы должны, в общем, отсюда спуститься, во-первых, не умерев, во-вторых, не быть замеченными, и в-третьих, нам нужно вон туда, получается, в тот квартал. Как раз-таки я наметил, можно вот откуда-нибудь отсюда, наверное, пройти будет, не знаю. Ладно, с богом, ребят, я не знаю, что из этого получится. Я надеюсь, мы с вами не сдохнем. Так, пока что собираем. Нифига здесь небезопасно. Кстати, почему бы мусорочку тоже не утонуть? О, да ладно! Откуда вот он взялся? Пошел ты! Ты смотри, этот урод уже где? Да ладно! Пошел ты! Пошел ты! Че, прикалываетесь, что ли? Ну еще и оглушили. Охренеть, пошел ты нахрен, господи! О, what the fuck это было? Так, короче. Жрем кофе и бежим. Ну, во-первых, оно даст нам так необходимое нам ускорение. Во-вторых, ты, урод. Ты смотри, это все X3 идет. Я в него обойму всадил. Вот это мразь какая, ребята. Извините, конечно, за... Но вы понимаете, что это за тварь-то такая. Я его там долбил. Я его там долбил. Я его здесь долбил. Я его везде долбил. И... Пошла ты. У меня кровотечение. Кстати, я ж не заметил. Давайте пейнкиллера быстренько заюзаем. Да ну нахрен! Ты чё... Ох ты, фак. О, там еще и ментяра этот идет. Да уж. Ребята, это крайне неблагоприятное место для того, чтобы здесь вообще хоть что-то делать. Мразота, сдохни. Два патрона. Чтобы в голову попадать, было бы вообще хорошо. Стрелы тоже две. Бэнк. Господи. Пошел ты. Пошел ты. Господи, я посреди города бегаю, гашусь каким-то инопланетянином, мать его. Пошел в жопу. Нет у меня ни времени, ни желания с тобой вообще состязаться. Здесь еще полно и без тебя ходячих вон зомбаков, горящие какие-то, еще что-то. Сейчас еще какие-нибудь собаки за нами увяжутся, ну. Ой. Так, по-моему, нам вот туда, да? Че, они отстали? Да ладно, серьезно, быть того не может. Сейчас нужно быстро отхиляться, быстро подкушать, подпить. Мне нужны стрелы. Я без стрел здесь просто как мальчик для битья. Самое главное, мы убежали. Я кофе на то и припас, чтобы мы могли в случае чего, допустим, как-то резко ускориться или же... Смотри, кто-то у нас учуял, пошла нафиг. Кого-то я вот с одной плюхи валю, но вот эту тварь я в него всадил просто целиком обойму, причем X3 бил, потому что он был оглушенный, он лежал, ему было посрать на все это дело, конечно же. Тихо, там еще горящий ходит. Так, пейнкиллеры хаваем, пьем водичку. У меня воды, кстати, тоже мало.
Ад. Просто, ребят, ад. Самое главное то, что мы выжили. У меня здоровья было мало. То есть я просмотрел тот момент, когда у меня открылось кровотечение. А кровотечение штука жесткая. А что мы делаем? Мы ищем стрелы. Кстати, свинка. Нахрен нам свинка не нужна? Мне нужны гнезда, мне нужны стрелы. Чтобы я мог орудовать издалека. Отлично. Еще где-то горящий. Их слышно издалека прям. Этих горящих. Так, вода у меня, кстати, заканчивается немножечко. Это давайте топтанем тоже. 54%. А, маловато. Плюс еще здесь жара. Так, здесь вода в минус. Вот это еще скушать надо. Всякие персики. Так, кстати, вот это, по-моему, конец города. Можно его обижать по периметру. Совершенно было бы не лишним, на самом деле, чтобы видеть, где, что, как и зачем. Хорош. Пошел, да. Так. Вот так вот, да. Хорошо. Сестра. Вот этот чудик. Это даже используем, наверное. Бинт этот. Он использовался? Фига, он не использовался. Ладно. Что-то у него еще было. А ну давайте попробуем переодеться, наверное. Что здесь? Утепление. Да ладно, какое утепление? Тут и так жара. Не. Меня это не устраивает. Я хотел еще найти пару гнезд. Тут есть? Нет? С краю где-нибудь. Ну должны же быть. А то их очень много, этих гнезд. То и вообще нету. И странная погода. Заметили? Да давай! Ну, блин. -92 градуса. Жарковато будет. А, ну, это по Фаренгейту, по Цельсию это немножечко попроще жить будет, так скажем. Пластмасса нет. Однозначно нет. Какой мы район направлялись с вами? До того, как нас согнали. Так, вот это разрушенное. Здесь какой-то пруд-бассейн. Мы можем вот так вот снаружи, да, давайте, наверное, так и сделаем, мы снаружи это пробежим и зайдем в тот район уже именно как бы с дороги. Ладно, два кофе у меня еще есть на какой-то реально крайний случай, а такой, который с нами приключился, где нужно будет просто резко убежать. Так, толстячок, нет, толстячка больно долго месить. Так, давай. Что-то здесь булькает, квакает. В смысле, здесь это водоем? Ох ты, ёптать. Вот кого-кого, но тебя-то здесь зачем? Я совершенно не рад видеть. Мистер рыгающий урод. Еще и пчела. Фу, господи. Ну как зайдешь в этот город, ты уже и не рад, что оказался здесь. Мистер Пчел, иди к черту, пожалуйста. Давайте отойдем немножечко назад. Переагрим на себя эту долбанную осу. Чтобы она подлетела поближе. И мы ее ушатаем прямо здесь. Потому что мне ее надо будет еще раз сделать. Я хочу медка. Медок мне нужен будет, если учесть то, что я... Ну... О, хорош, он в медсестру все это сырганул. Сракотан этот, да? Найди по башке. Нет. Ему это что-то вообще, по-моему, по барабану. Еще бы не мазать. А, так, взрывайся. Бэнк. Ну и все, и стрелы, короче, тратим только на конченых уродов. Там, где мы справимся с вами
как бы совершенно простыми средствами мы именно ими справляться и будем. Вода нужна. Танки зомби. Где ты там была? Пчела чертова. Иди сюда. О, не знаю, как вам. Но мне это приключение уже нравится. Это просто жесть. Куда не сунься, везде какой-то геморрой. Так, следующий квартал. Вот он, да. Иди сюда, пчелка. Бз-бз-бз-бз. Давай, иди сюда. Как нахрен... Улетела уже, вон она летает. Придется водички побольше пить. Ты идешь, нет? Да ну тебя нафиг, короче, заколебало. Вот это что за школа такая двухэтажная? Где-то горящие опять. Горящих издалека слышно, они... Или это дождь идет? Так, нам вот в тот район нужно, мы на самом деле еще не дошли. А нет, здесь реально горящий был, его, представляете, на каком расстоянии слышно? Офигеть. Я просто еще по дороге бежал с другого конца здания и уже слышал то, что он здесь есть. Так, это что у нас? Какое-то задание. Задание можно взять, все равно мы кого-то гасим, а, и получается, будем попутно их выполнять. Тише. Размахался своими лаптями. Ты смотри, а какой пуля непробиваемый. Самое больше, чего меня напрягает, это вот эти ползучие, эти рецидивисты долбанные. О, смотрите, есть какое-то оборонительное укрепление, что ли, было. То есть я не могу рассчитать, если здесь как-то более-менее понятно, когда они будут тебя атаковать, да, то вот эти вот твари ползающие, с ними далеко не все так просто. И рассчитать, когда они тебя, так скажем, на тебя замахиваются. О, это что? Утепление, огонь, радиация. Ну нет, короче. Хоть и фиолетовая шмотка, но... Она мне не подходит. У меня есть одежда. Так вот. Так вот, хорошо. Так, и... Угу, ремкомплекты, давай. Ремкомплекты пригодятся. Собственно, что, вот этот райончик... Здесь мы уже все подлутали. Вот это что такое? А, информационный центр. Полиция, господи, слушай. Вот здесь нужно быть чертовски аккуратным. Вот и первые менты дохлые. А, то есть здесь должно быть оружие, здесь должны быть патроны. Так, ресивера дробовика. Охотничьего ружья нет. Это все пойдет на скрэп, конечно же. Так, ну что, входим? Что-то полицейский участок-то заколочен был как-то, ну... Ну никак. Так, это чтобы... Быстро сюда никто не вошел. И давайте осматриваться по-тихому. В полицейском участке я первый раз. И это круто. Мне это нравится, действительно. Так, гвозди нет. Это все пойдет в переработку. Вот это нужно просто тупо зачитать и принять. Эй, мудак! Стоишь пустое без... А, пустошь пустое безлюдное место. Мы присматриваем за тобой и думаю. Короче, сумасшедший Джек, короче, новое задание. Ладно. Ничего хорошего не скажет, короче. Обозвал нас просто мудаком. Похитил сына, мы там где-то находили же записку с кладом этим, да? Еще какое-то достижение дали, шапочка. Ладно, я не знаю. Все не нужно, идет переработку. Кстати, кресла такие хорошие были.
Прям качественные, я бы сказал, вот такие вот, да? Так, здесь все забито. И второй этаж есть. Да ладно, нифига себе. Какие-то умывальники. Хорошо, что у меня есть топор. Стальной. Во-первых, он послужит нам довольно долго. Может быть, надо было починить перед, конечно, выходом, но... Тем не менее... Да ладно! Мензурка, ребята! Вот это охренеть! Вот это просто охренеть! Мензурка, она нам нужна для того, чтобы поставить ее в костер и из плесневелого хлеба себе сделать антибиотик. Ну, я думаю, кто смотрел прошлые мои серии, в курсе. Какой тут челлендж был просто за этим антибиотиком. Кстати, хлебный спирт бы тоже пригодился. Стальная стрела одна. Мне уже складывать, если честно, вообще некуда. Ну что, доедаем тогда. Переработку спиртика возьму. Спирт тоже бы пригодился. Так, пустую банку складывать некуда. Я не знаю, мне нужно найти место, где поставить, ребят, свой ящик. Давайте сначала первый этаж, наверное, тогда вскроем. Я бы туда просто лут, то есть обошел лишний квартал, нашел какой-то лутецкий. Ух ты, здесь, судя по всему, камеры, но сколько туда долбиться? О, да вы что, прикалываетесь, что ли, не? То есть я бы туда просто приносил лут, сбрасывал и шел бы в следующий квартал лутать. А потом как-то бы мы все это перетащили в свою основную базу. Или здесь бы эту базу организовали. Вот. Как вам такая идейка? По-моему, вполне себе норм. Ладно, давайте осматривать. Я надеюсь, здесь еда есть. Потому что, если честно, я... Ну, я там видел, конечно, супермаркет. Я здесь вот только пустые банки вижу. А жрать здесь совершенно нечего. Выпить пока не надо, у нас все на 100%. То есть еда у меня по-тихому кончается. Все, что я с собой взял про запас, это консервы. Ну, естественно, пришлось консервы брать, потому что я не хочу, чтобы от меня мясом пахло на километр. А оно пахнет. Оно, мать его, пахнет. Если бы даже жареное я с собой какую-то пищу взял, я бы все равно вонял. Меня бы нашли и покарали бы. Так, это получается из соседней комнаты там куда-то проход был, да? Вот это нет, это не тоже. Не тот самый вход или тот же самый? Нет, по-моему, не тот. Здесь еще какие-то офисные помещения. Давай. А чё че? Бандану, кстати, бандану. А ну, какого уровня? Понятно. Хе-хе. Это поинтереснее будет, чем то, что на мне надето. То, что я сам умудрился крафтануть. 12 уровня, ну... Короче... Трошачок. Как будто просто носком... Носок повязал себе на лицо. Ну, я не знаю. Ну, давай. Посмотрим, что там. Я не знаю, может быть, полицейский участок будет тем местом, где я поставлю сундук. И куда я буду относить все это добро. Да, это мы уже здесь были. Можно двигаться на второй этаж. Здесь где-нибудь сделаем себе костер. Здесь сделаем, может быть, какие-нибудь воркбенчи и прочую фиготень. Ты смотри, а как они здесь козырно живут. Ага. Такие дела. Давай, давай, давай. Выламывай. Чемодан на тряпье и все. А где? Ну это же полицейский участок. Здесь должен быть какой-то отдел, отделение, не знаю, комната, где волыны должны стоять. Сейфы там есть, нету, не знаю. Мне вообще пофиг, но... Во, вот оно. Так, части магну переработочку. Это... Тоже переработочку. А, вот он сейф. Вот они шкафчики. Что-то как-то не густо, ей-богу. Пояска. Все, короче, переработка пока идет. Пивасик. А давай заюзаем. Это дополнительные какие-то бонусы нам будут давать. Тем более мне нужно сейчас будет ломать сейф. Ну что ж, увидимся.
Ну вот и все, все это дело открыто. Если, ребят, кто-то знает, как вскрывать вот эти сейфы, вот не долбя их просто, да? О, а ну. Где, где, где? А, вот, ребят, в натуре, смотрите, появились метки аирдропов. Давай быстрая метка. Вот так вот. Найс, а может не быстрая, а какую-то другую поставить? А сохранить метку нам нужно как... Да не знаю, просто как крест поставим, что ли. Давай. Сохранить. Я не знаю, давайте как-нибудь пометим там, я не знаю, ну так вот. Да что ты? Так, 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 так. Обана. А, все. Все, если что, потом эти метки можно будет, я думаю, удалить. Самое главное, знать, где падает аирдроп. Может быть, оно потом пропадет. Так вот, если кто-то знает... Так, охотничье ружье. О, ствол пистолета, 406 уровень. Это, конечно, клево. Рукоять пистолета и... Вот это на переработочку. Так, вот это пока скину. Где мой пистолет, которым я пользовался? Вот это, по-моему, да? Угу. Собрать. Так, ствол. Вот. Ну, а так. Хорош. А, рукоять 220. Кстати, рукоять можно будет тоже поменять. Все, завершить. 250 уровень. Да, он, слушай, он прокачивается. Так, это переработочку. Ну, значит, это тоже. Свои обезболивающие заберем обратно. Потому что было бы хорошо их вскрывать. Я не знаю, может, какие-то отмычки есть. Ну, фиг его знает. Так, из нас дерево. Давай, 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 родимый. А, я вышел. Вышел просто на этаж. Ну, ладно. Почему бы нет? Разве это плохо? Вот это тоже какой-то... по-моему, хранилище. Да, слушай, я бегаю со светом, и он реально не слепит. То есть раньше была дичайшая проблема, то, что у вас свет просто ослеплял, вы ничего не видели, а сейчас со светом, знаете, очень комфортно играется. Разработчикам за это просто огромное спасибо, это реально очень сильно помогает. Ну, конечно, он так бы должно было бы быть изначально, да? Но все же. Все, что не делается, все к лучшему. Так, вот это... Вот это вот другая совершенно какая-то комнатушка. А ну давай. В общем, сейчас я весь полицейский участок обшмонаю, и где-то мы поставим, наверное, здесь ящик. И этим ящиком потом будем пользоваться. Так, ох ты, нифига себе, ящик с боеприпасами. Если здесь я найду... Военный бронежилет, да ладно, это что такое, военное волокно, примет для ремонта, а ну, а у меня там что одето, надето, что, вообще ничего не было, в смысле, куда он оделся-то, а, слушай, так он поверх просто моей вот этой говенной броньки оделся, и нормально, я себя чувствую прям комфортно, сухо, комфортно и замечательно. Так, что там по статам? Еда, вода. В общем, все пока хорошо. Вот это офигенно сейчас было. Бронежилет — это реально тема. Может быть, меня глушить меньше будут. Так, это куда? Это на первый этаж. Угу. Ну и что, наверное... Давайте вот прям где-нибудь здесь сейчас ящик себе крафтанем. Да, ничего интересного здесь нету. А, забираем и сундук, вот. Вот сюда и соскладируем. Все то, что мне не нужно было. Так, хорошо. Так, ну что, скидываем? Нет, вот это я ставлю. Вот всякие мензурки. Блин, хотя с ней расставаться, это, конечно, еще то удовольствие. Так, пистолеты лишние, я не знаю. Какие-нибудь хлеб. Киллеры, господи, я не знаю, что сбрасывать. Кожа, зачем мне кожа? Лопаты я здесь вообще не пользуюсь, пока что она мне не нужна. Ремкомплекты тоже можно выкинуть, потому что
пистолетом не пользуемся, чинить нам нечего. Патроны вот эти вот лишние. Порох, масло, я не знаю, пока давайте вот это вот все вот так вот скидаем. Вот так, это по-любому оставляем. Спирт, давай. Хорошо. Ну, металл, потому что мы постоянно будем скрапать. Пускай будет. Так, кстати, мед. Нет, мед я не оставлю, ну его нафиг. Какой-нибудь шальной зомби здесь появится, все это разнесет к чертям, и что я потом буду делать? Ну все, погнали, собственно говоря. Каркасы забираем, время еще у нас есть, время всего лишь час дня. Как мне нравится то, что я увеличил продолжительность времени дневного, так скажем, да? Кстати, так он на карте отображается, смотри, он не пропадает. То есть можно вообще как бы плюнуть на это дело и не ставить никакие метки. Я-то думал то, что... В смысле? Ты как так летаешь? Это новый вид зомби, левитирующие. Там вот ходячие есть. Подожди, тихо. Это что такое здесь? Что-то за оградкой здесь есть интересного. Так. Так. Опа-на. Что-то я... запрыгнул, не пойми куда. Сейчас разберемся. Что-то здесь должно быть ценного. Да, плесневелый хлеб. Имеет смысл брать. Сейчас у нас мензурка есть и... сами понимаете. Угу, так. Вот так вот. Что-то на улице-то уже слепит. Казалось, кто-то бежит. Шуганулся. Угу, хорош. Металла здесь будет много, ребят. Металла здесь будет реально много. Так, вот это что за здание? Это какая-то электростанция, что ли? Ну, по крайней мере, очень на нее похоже, на электростанцию. Так. Тут ничего. Или какая-то радиовышка. Что это может быть? Наверное, электростанция все-таки какая-то. Которая здесь почему-то не работает, хотя в городе есть. Что? Споры гриба? Что это? Угу. Ну да. Так, ну что, входим сюда и смотрим, что там есть. Чертовски неприветливый город. Он явно не рад меня видеть. Да, вы знаете, это какое-то управление. А ну. Вау. Охренеть, как все это выглядит, а? Так, это что такое? Схема бензопилы. Вот бы где я ее еще мог найти. Но я ее уже умею. Офигенная тема, ребят. Так, это еще немножечко стрел будет в итоге. И здесь какой-то явно был апокалипсис. Смотри, а, забаррикадировались. И че, как мне туда пройти? Они просто реально забаррикадировали дверь. Че это получается, разрушать будем? Ну давай. Так, ну стол явно надо будет долбить. Киркой. Ты смотри-ка. Вот это нифига себе. Слушай, а здесь хорошее укрепление. Толстые бетонные стены. Угу. Железный шлем я не умел. У меня были только наручи и сапоги. Обезболивающих. Ну, лучше, наверное, брать. Я не знаю. Они просто очень сильно сажают у вас воду. То есть жажда будет, конечно, дичайшая. А здесь есть чем поживиться, как я погляжу, а? Ты смотри. Вроде такое непримечательное место.
А ну. О, дерево. Кстати, кончалось уже. Текс, текс, текс. Погнали выше. Нет, чё? Это просто щиток. Даже не активный. Ну ладно. Металл уже касательно скрэпали. Слушайте, сплошные схемы, везде акашки. Вы мне дайте нормальный лучший ствол. Ну серьезно, вот. Да ладно! В простых шкафчиках куча схем. Да читай ты быстрее. Так, бумага мне не нужна. Ну, я не знаю, ладно, давай. Кто-то здесь рядом бродит. В смысле? А, у меня уже места тупо нету. Места даже в очереди на переработку каких-то отходов. Красная бейсболка. А у меня что на голове? А, у меня шлем. Не, это не то. Всякие кипарики. Одни кипарики. В столах ботинки, в шкафах кипарики. Кто-то здесь рядом бродит, да? Это, судя по всему, все-таки переход был в то высокое... Я незамеченный, но вокруг меня там просто какая-то вакханалия творится на улице. Высокое здание. Ну ладно. Давайте прорываться куда-то выше. Ну так, хорош. Эпический свет. Еще и меня чуют. Давайте как-нибудь незамеченными попробуем остаться. Угу. Патроны. Так, 9-миллиметровых патронов десяточку мы нашли. Угу. Это замечательно, если честно. Так, кожа, кожа, кожа. Ну, ладно, не знаю, пускай пока будет. Если у меня совсем будет с местом проблемы, тогда я уже что-то придумаю. Что из этого можно? Ремкомплекты можно наделать, но требуется кованое железо. Кованого железа у меня здесь, конечно же, нету. Опять какую-то миграцию зомбаков мы с вами нашли. Наконец-то немножечко стрел у меня появилось. Да, смотрите, это просто какая-то процессия. Я не знаю. Вот об этом я и говорил. То есть просто какие-то орды скелетов. Скелетов зомби. Орды скелетов. Ну, вы поняли, короче. Просто куда-то идут. Зачем идут? Кто их куда послал? Вообще нифига не ясно. Так, стрел у меня есть. Ну что, мы выходим из этого здания. Мы здесь, по-моему, все, что могли найти, нашли. А выходить мы будем... Ну, давайте, наверное, все-таки вот отсюда. Потому что я не хочу обратно через тот бункер возвращаться, когда можно вернуться через улицу. Точнее, выйти на улицу напрямую. Где ты там? Господи, страдальцы, а? Смотрите... Чекисты, которые ползущие. Чекисты-рецидивисты. Так, а куда мы выйдем? Можно, конечно, откуда-то вот отсюда как-то выпрыгнуть. А можно просто не париться, поставить пару вудфреймов и вот так. О, красава. Так, пчела. Ты же на меня летишь? Чпоньк. Да ладно, иди сюда. Куда ты полетел, слышь? Вот так. Хе-хе-хе, о да, не ушла. Давайте попробуем так ее разделать. Да, мед, ребят, есть мед. Точно есть мед. С каждой пчелы должно быть по меду. Это как в СССР пятилетка за 3 года, а здесь с каждой пчелы по меду. Такая тема. Это выбросить, ну и все.
Пчел здесь много, соответственно, можно будет заражаться. Точнее, не хотелось бы, конечно, но если вдруг такое произойдет, вот это что? Парковка, паркинг. А вот там... Ребята, вот сюда нам нужно инструменты. 3 часа дня. Погнали, будем прорываться, конечно же, с боем. Сами посмотрите, здесь народу больно много. Давай, толстячок. Ты сможешь. Надо бить по башке. И желательно быстрее. Быстрее. Хорош. Еще где-то одна оса. Ты заколебали. Давайте по одному. Долбаная оса. Она реально размером с кошку. Куда-то улетела. Все. Главное, чтобы бегающих мудодонов этих не было. Там еще зомби-паук этот. Хе-хе-хе, долетался. Трупы быстро исчезают. Пробуем лутать. Мед есть, все. Больше меня ничего не интересует, ей-богу. Так, а ну. Да и... ёптать. Пошел нафиг. О, заодно прокачаем оружие ближнего боя. Всегда хотел с ними именно... смахиваться вот так вот в ближнем бою и наказывать их по полной программе. Частично у меня это получается сделать. Частично, конечно же, нет. Так, обезболивающий. Вот это место. Нет, это мне не нужно. Меда, кстати, мы уже нахапали. Господи, жить можно. А останется только посетить какой-нибудь универмаг с едой. Потому что с едой-то у меня все фиговато. Ну что, вроде никого нету. Давайте продвигаться дальше. Ну, вот так вот. Это, наверное, последнее место, которое мы сегодня успеем бежать. Может быть и нет. Сильно длинные серии тоже делать как бы неохота. Все, потому что трудновато все это смотреть. Кстати, пивас. Нифига тут нету. Дерево, хорошо. Дерево, о-о-о. Корзина хорошего уровня. Нифига, ты смотри, а. Так-то я рассчитывал то, что я здесь смогу полутать чего-то интересного. Ты топор-то возьми в руку, фиг ли ты кулаком-то машешь. Какой-то он у меня немножечко неуравновешенный, что ли. Так, здесь я уже был. Но осталось самое ценное, конечно же. Ох ты, ё-моё, все вот это кушаем сразу. Ну, пока с едой более-менее. Я еще рад, то, что я прокачал все-таки хотя бы на один разочек верблюд. Или как там оно было? В общем, чтобы меньше у нас жажда была и меньше хотелось кушать. Так. Это тоже. В смысле переработать? Отмена. Господи, черт. Чуть не зафейлил, да? Это нам прокачивает, ребят, эту... горящий рядом. Еще одна мензурка. Да ладно. 2 мензурки, по-моему, можно сделать с 2 мензурок эту. Лабораторию, ребят, можно сделать. Ну, вроде пока
пока меня не заметили, но... Не знаю, в общем. Да, меня уже чуют. Ну ладно. Оно и понятно, столько шуметь. Он прям где-то здесь, за стеной. Так, ох ты, схема охотничьего ружья. Да ладно, вот это... Блин, охрененная тема. Кстати, здесь есть сейф. Тоже надо будет потратить время на то, чтобы его вскрыть. Так, электроника, железную лопату. Это все переработаем. Электронику. Я не знаю, нужна ли нам электроника. Но долбиться будет, походу, долго. Давай, давай. Ты это потихоньку проламывай. Еще одна лопата, это какая железная. Ну, железная это все вата. Угу, разводной ключ. Ну ладно, все лишние разводные ключи пойдут в переработку. А, наковальня. Ну, типа того. Так, и здесь самое обидное, то, что здесь нету никаких workbench или... Около того. Давайте быстренько выломаем, пока до меня здесь до зомбаки не добрались. Так, ну и вот, и все. Последние удары. Да, ради схемы арбалета я сюда ломился. Здесь опять вот этот урод бешеный. А нет, это не он. Но... Около того... Слушай, а по ногам я их бить могу? А почему бы и нет? Ой, обалдеть. Слушай, даже через этот попадает. Клево. Оба-на. Слышь, ты здесь как оказался-то, а? Дядь, я тебя не ждал, я тебя не звал. Пролез ведь как-то. Не, ну смотрите, какой он живучий, это просто шандец. Да все, все, успокойтесь, ёппарасоте, а. Там уже почти проломали, и здесь нас преследуют. В общем-то, ну если не считать того, что мы здесь нашли просто рецепты, ничего интересного здесь не было. Обидка. А, ну, конечно же, мензурка еще одна. Мензурка — это клево. Мензурка — это всегда зачет, но, блин. Где workbench? Где, я не знаю, еще что-то такое? В общем-то, шляпа. Нас в этом плане кинули. Хорошо, этот район я вроде бы зачистил и залутал все, что нужно. Практически, да, то есть вот здесь мы были, ну и здесь, может быть, что-то еще чуть-чуть будет осмотреть. Ну что ж, ребятки, если вам понравилась данная серия, не забудьте поставить лайкосик, подписаться на канал. У микрофона был Лисперс, а вам удачки, хорошего настроения и пока-пока.